мої вітання. Сьогодні у нас особливий випуск нашої передачі. Він буде майже повністю присвячений україно-польським відносинам. І це не дивно, адже гостем нашої передачі є відомий чернігівський громадський діяч, спеціаліст україно-польських відносин, людина, яка багато років працює в україно-польських проєктах, співпрацює з польськими громадськими організаціями і так навіть в деякій мірі час від часу живе в Польщі. Тому про Польщу знає майже, напевне, все. Доброго дня. Гостем нашої передачі є Вікторія Солоніцина. Здравствуйте. Вікторія, як занесло тебе до Польщі? Яким чином ти стала спеціалістом україно-польських відносин? Ну, історія починається, наверное, з моєго рождення. Чому? Тому що моя бабушка родилась в Польщі, і часть сім'ї практично на протяжении многих віків, можна сказати, жила в Польщі. То, що сім'я розділилась в якийсь момент, ну, це зв'язано з історією, яка розділила многие сім'ї в прошлом віці. Так що польський язик звучав у нас в сім'ї, і я його слышала з дитинства. І розкази о том, як складывались отношения Польщі з тогда ще Совєтським Союзом, в принципі, вони звучали на нашій кухні, ми обговорювали це з нашими друзями, тобто це була жизнь на дві сторони завжди у мене в моєму мірі, в моїй ментальності. Сьогодні ми будемо говорити не на кухні, а в студії нашої передачі. Тож, поговоримо на три теми. Перша тема буде пов'язана більш з історією стосунків між Польщею і Україною. Вона пов'язана з тим, що представники інтелігенції, духовенства, політикуму польського і українського обмінялися листами, в яких попросили вибачення за всі ті гріхи, які були допущені одного народу по відношенню до іншого. Другою темою будуть у нас новації по працевлаштуванню для українців у Польщі. Там є зміни, які багато експертів оцінюють як не дуже позитивні для цих стосунків. І третя тема, вона зачепить той корисний досвід, який має Польща, і який варто було б залучити нашій державі для своїх подальших кроків, щоб стати членом великої європейської сім'ї і євроатлантичної організації. Я думаю, почнемо із першої теми. Із листів, які були написані, Україна написала наші політики 3-го числа і направили полякам, в якому цьому листі попросили у поляків вибачення за всі ті провини, які українці несуть по відношенню до поляків. Передусім це малось на увазі Волинська трагедія 43-44 років минулого сторіччя. Буквально наступного дня поляки відповіли, це так само були поважні відомі політики, колишні президенти, духовенство, представники засобів масової інформації, неврядових організацій, де в свою чергу поляки перепросили за все те погане, що вони зробили по відношенню до українців. Така от начебто ідилія обмінялася люб'язностями. Але разом з тим у Сеймі польському знову піднята тема, це, так би мовити, цих злочинів. Історики доводять, хто більш винен в тих ситуаціях, які трапили на Волині. Українці стверджують, що це провина в більшій мірі поляків, як реакція на їхню політику щодо пацифікації так званої примирення українського населення. Українці ж, поляки говорять, що це була вчинений геноцид поляків, і тому інтелігенція, яка направила один одному листи, вона не вирішила цю проблему. Я думаю, історикам її ще довго-довго вирішувати, але мені б хотілося дізнатися твій особливий погляд на цю проблему, на ці листи, на чи можливо примирення, і з точки зору, як ти бачиш це із польського середовища, як вони говорять про цю перспективу. Все-таки, чи минуле, яке було між нашими державами, не перекреслить майбутнє і сьогодення? История польско-украинских отношений, она очень длинная и очень и тяжелая, и с другой стороны позитивная. И она отражена практически в семьях всех поляков, которые живут на востоке, на востоке Польши и на западе Украины. И поэтому мне кажется, что просто так испортить наши отношения, но это нужно очень постараться. Но с другой стороны,
Есть действительно группа людей в Польше. Существуют средства массовой информации, которые были созданы специально для того, чтобы эти отношения, которые в последние годы очень сблизились, их разрушить, нас развести. Таких людей не очень много. Но, например, в политическом мире появилась партия господина Кукиса, который вообще непонятно откуда взялся, и он утверждает, что он был на Майдане и что он выступает за польско-украинские отношения, но тем не менее он одно из главных действующих лиц в польском политикуме, который поднимает вопрос проблем. И, естественно, это обговаривается журналистами, что для меня это тоже не совсем как бы понятно с точки зрения журналистской этики, потому что об этом могло быть сказано несколько предложений, а сказано в эфире об этом так много, что люди начинают подозревать, что это изменилось уже отношение, сознание людей, и что поляки начали воспринимать украинцев как врагов. На самом деле, если говорить о том, каким образом люди относятся к украинцам, они все больше привыкают к тому, что украинцев становится больше в Польше. Те письма, о которых ты говорил, и которые были написаны с одной стороны и с другой стороны, мне кажется, что это очень позитивный сигнал. Может быть, это не конец истории. Но, с другой стороны, мы можем вспомнить, как поступила Германия в свое время. Они написали письмо, обращенное к миру, и попросили прощения за то, что сделали во время Второй мировой войны. И это было начало. Они как бы начали жить сначала. И сейчас трудно представить себе, что фашизм, например, в Германии будет развиваться активно. Практически это нереально на данный момент. То же самое, мне кажется, касается писем. Это очень важно, то, что это было сделано, и на это уже можно ссылаться и опираться. Для историков, безусловно, эта работа началась давно. И я, например, неоднократно участвовала в программе организации, польской организации «Боруссия», они называются, которые собирали польских, немецких и украинских, и российских историков, студентов. И на различных мероприятиях они обсуждали историю с различных сторон, потому что все имеют свою правду. И в данной ситуации, мне кажется, это нужно развивать, это нужно продолжать, и Украине включаться в это по максимуму, причем стараться видеть не только свою сторону, а стараться видеть, подняться на ступеньку выше. Ну, як ми можемо спостерігати, що Україна перша пішла на зустріч, да, написавши цей лист відомий. І це, можна сказати, браво. Так, і поляки, да, оперативно на це, да, відкликнулися. Да. Але питання в іншому. Звичайно, історична правда має бути знайдена, і всі крапки над «і», наскільки це можливо, в історії повинні бути розставлені. Але нам потрібно дивитися вперед. Що мало бути за взаємним вибаченням, яким крок мав би бути наступним? Я думаю, что безвизовый режим для украинцев, он должен быть... Это был бы найгарнейшим подтверждением, да, примирения, яке, да, до якого мы, да, рухаемся. Польща приймає щодо України ряд нових новацій. Хотілося сказати, що я дивився польський сегмент інтернету, новинного, і там прозвучала така цифра, яка була озвучена їхнім кабінетом міністрів і озвучена перед депутатами, де сказано, що українці займають перше місце серед нелегалів, які працюють у Польщі. Ця цифра десь близько 30% усіх нелегалів – це українці. Звичайно, що, ну, я ставлю себе на місце поляків, мені не дуже подобається, що хтось якось там, обходячи якісь законодавчі рамки, працює в мене, і ця людина, вона нелегальна, вона заробляє якісь гроші, напевно, не платить якісь податки. Тому я розумію, що цей процес треба якось упорядочити. Але з точки зору все-таки українця, з поглядом на польські реалії, про те, що українці і поляки – брати навіки, я так думаю, що це певним чином
охолодить наші стосунки, тому що за цими 30% стоїть дуже багато тисяч людей, які шукали там кусок хліба, які харчували свої сім'ї, присилаючи їм якісь, привозячи гроші. І тому я не думаю, що таке рішення, більше, яке має ускладнити порядок перебування українців за кордоном, воно піде на користь польсько-українським відносинам. Ще хотів би сказати, що ці новації стосуються в основному працевлаштування, і передбачається, що якщо раніше українець міг поїхати туди на роботу, отримуючи офіційне запрошення, то зараз цей законопроект, який Сейм має розглянути, що вимагається наперед укладення договору, де будуть розписані всі сторони і всі відповідальності, медичні страховки, умови оплати, праці, проживання, і все, звичайно, не може спростити цей процес для українців. Вікторія, чи оці новації, які, про які ми дізналися, про які зараз говорять наші засоби масової інформації, вони погіршать стосунки між Польщею і Україною? Ты знаешь, то, о чем ты говоришь, навести порядок как бы с документацией, с законами, с нелегалами. Я думаю, что Украине нужно навести, и украинцам нужно навести и в Украине. Поэтому, с моей точки зрения, то, что сейчас происходит в Польше, это... Ну, мы отбросим ту небольшую группу людей, которые хотят просто сделать Украине хуже, ну, скажем так. А основная мотивация – это все-таки навести порядок в своем доме. Потому что выезды, скажем, людей за рублем или, ну, как бы за деньгами – это нормальная ситуация. Поляки ездят в Финляндию, в Норвегию, в Англию, в Германию. Вопрос только в том, что там не получается нелегально работать. Там, в принципе, ты переступил границу, ты уже работаешь, если работаешь, то ты работаешь легально. Это просто никому не придет в голову, чтобы тебя устроить нелегально. Но если кто-то это делает, то очень рискует. В Польше это было возможно. Поэтому я понимаю, что это внесет множество дополнительных движений для человека, который собирается поехать. Но давайте скажем так, если раньше человек мог приехать по вот такому приглашению, приглашение намерения, как это называли, то это было очень просто. Его оформляли за полчаса, высылали любому человеку, это стоило копейки. И человек пересекал границу и исчезал в Польше. То есть он не приезжал, скорее всего, именно к тому человеку, который высылал это приглашение. Он искал работу там, где можно было не платить налоги. И, в принципе, на этом все заканчивалось. То есть это была такая дверь для того, чтобы нелегально могли приезжать люди. Я понимаю, что налоги платить не всегда приятно, но нам к этому нужно привыкнуть. Вікторія, ну, в принципі, зрозуміла ситуація. Поляки хочуть упорядочити нелегальний рух робочої сили. Так. Але от прихильники конспірологічної історії так починають всі факти співставляти. Так. Перше, ми вже поговорили про історичні війни на історичному фронті минулого. Так? Друге, ускладнення працевлаштування. Третє, для українців в останній час обмежили можливість вільного перетинання кордону в так званому малому перетині, тобто ну, тих людей, які живуть біля кордоні. Не пустили, не дали візу українському гурту от Вінта. От склавши всі ці факти, я міг би сказати, що ми рухаємося в якомусь не дуже прям такому правильному напрямку, і винним у цій ситуації, я вбачаю, не Україну, а Польщу. Два останніх факти, о которых ты упомянул последних, приграничное движение и отказ в визе группе от Винта, они касаются саммита НАТО. Я думаю, что вот то, что не дали визу, это было просто такой испуг,
Министерства внутренних дел. Они потом оправдывались, писали по этому поводу, что они боялись каких-то драк, каких-то там непонятных ситуаций. С моей точки зрения, это глупость, чиновничья глупость и все тут. Потому что чиновничья глупость, яка привела, в принципі, до загострення ситуації. Абсолютно верно. Адже цю ситуацію прокоментували, ну, кому тільки було не лінь. Абсолютно верно. І сама інформація, такі відомі люди культури. Абсолютно верно. І об этом писали і журналісти, і общественные деятели в Польщі возмутились. І, в принципі, партія, правящая ПІС, которая «Право и справедливость», которая представители, собственно, возглавляют Министерство внутренних дел, они, в общем-то, занимают позицию абсолютно лояльную к отношениям польско-украинским. Поэтому, с моей точки зрения, это испуг. НАТО, саммит, это очень... Это самое большое событие, которое Польша переживала за последние там несколько лет, наверное. А что касается приграничного движения, то же самое. То есть это на месяц, по сути дела, ввели. Тобто тимчасова міра, яка буде потім відмінена. А если же говорить просто... коротко подвести итог и сказать так, какова стратегия государства, как таковая стратегия по отношению к польско-украинским отношениям, то, наверное, нужно сказать, что украинские заробитчане, они уже заняли свою нишу и продолжают занимать на польском рынке труда. И если раньше это в основном были женщины, которые приезжали и работали дома, сейчас это тоже продолжается, и в принципе это уже настолько норма, что ну, я знаю, что поляки чаще ищут именно женщин из Украины не потому, что они там меньше просят денег, а в силу того, что знают, что они порядочные, что они часто образованные люди. То есть это женщины, которые, например, ушли на пенсию, мы знаем, рано, да, и вот как бы они приехали и работают. И это касается очень... Сейчас есть востребованность, например, на программистов. Поляки, польские университеты снизили плату за обучение для украинцев наполовину. Это как бы была тоже такой шаг. Это відчувається, багато чернігівських випускників, ми це знаємо, шукають своє майбутнє в Польщі. Да, сейчас польский язык, наверное, самый распространенный, который ищется для обучения. Да, поэтому есть стратегия как бы продолжать это. С другой стороны, есть, понятно, тема беженцев, да, с Востока. И очень часто звучит по телевидению мнение экспертов и аналитиков, которые говорят, что когда приезжают беженцы с Востока, чаще всего стране нужно заниматься ими, то есть как бы и их обучить, и заплатить им пособие, и найти, где жить, и так далее. Когда приезжают украинцы в Польшу, это общеизвестный факт, и об этом говорят громко, они не просят никакую помощь, они идут работать. Украинцы не выбагливые. И с другой стороны, хорошо, если они будут платить налоги и легально будут находиться в стране. То есть они будут иметь вид на жительство, они будут иметь медицинскую страховку. К этому просто нужно прийти и привыкнуть. Вікторія, ти маєш дуже великий досвід роботи у третьому секторі. Третій сектор, той, хто не знає, це громадський сектор, громадські організації, які здійснюють свою діяльність незалежно від державного фінансування. Твій досвід, особливо останніх років, як я вже про це говорив, він дуже пов'язаний із Польщею. Багато різних польських програм, проєктів, які втілюються в Україні. І якщо їх отак загалом всіх зібрати, то більшість
з них вона спрямована на розбудову демократії, на поширення польського досвіду в українських реаліях. З твоєї точки зору, з твого особистого досвіду, які з реформ, які були втілені в Польщі, вони найбільш для нас перспективні і найбільш актуальні? Які от в першу чергу їх треба втілити, щоб ми досягли хоча б якогось мінімального рівня, де нас і Європа, і Північно-Атлантичний альянс хотіли б бачити? Ну, мне кажется, что для Украины самой важной наукой, самым важным опытом Польши является реформа самоуправления. И нужно сказать, что реформа самоуправления – это самая удачная реформа тоже, которая была осуществлена в Польше. То есть им есть чем делиться. И, по сути дела, то, что сейчас в Украине происходит, мы знаем, что Чернигов, это Черниговская область, это тоже проходит, это реформа самоуправления. То есть громады начинают брать ответственность за то, что они делают, как они живут. Они получают больше полномочий, они получают больше денег. И, в принципе, это очень важно, мне кажется, для того, чтобы Украина сделала большой шаг вперед, чтобы не правительство в Киеве решало, допустим, каким образом должна развиваться Черниговская область, а чтобы, или, допустим, какая-то деревня, село, а чтобы это решалось на месте. И много действительно наших программ, в которых я участвовала и в Украине, и в Польше, они как раз касаются этой темы. Каким образом людям донести эту информацию, что реформа самоуправления, это касается абсолютно всех. Это не господин губернатор должен решить, принять решение, или мэр, да, города, а об этом должны подумать и принять решение люди, которые живут в небольших деревнях, которые живут в нашем городе. То есть об этом нужно говорить. Это как бы первое, чему нужно учить, каким образом рассказывать. Да. Второе, это, мне кажется, что это касается тех людей, которые проявлены, громадские деячи, это просто активные люди, инициативные люди, которые хотят менять окружение и менять жизнь громады, начиная буквально там со своей улицы, школы. Это их мнение будет учитываться, это их действия будут считаться важными. Ну и третье, мне кажется, что здесь очень важен опыт, который могут передать уже непосредственно чиновники, польские чиновники нашим. Каким образом государство на уровне, на местном уровне, может быть, как это в Польше говорят, приязным для людей, то есть дружественным для людей. То есть чтобы чиновники не забывали, что это они работают для людей, а не люди приходят для того, чтобы их попросить. И такой маленький, короткий, может быть, пример одного моего знакомого, который работает в местном самоуправлении на уровне гмины. Он когда пришел на свою работу в отделе культуры и образования, то он сказал своим подчиненным, что когда к вам в кабинет приходит человек, вы не сидите за столом, вы выходите к нему, подаете ему руку и садитесь с ним на одном уровне. И чиновники, которые не согласились с этим, несколько человек были просто уволены, несмотря на то, что они хорошие специалисты. То есть здесь важно, чтобы чиновники поняли, что они работают для людей. Чиновнича служба – це є сервісна служба, яка має забезпечувати зручність життя пересічної людини. Вікторія, таке питання.
ти сама говориш, що досвід дуже корисний, і він відчувається в тому, що, скажімо, із власного досвіду 2 роки назад громадам потрібно було розказувати, що це дуже корисне, беріть найбільше повноважень, у вас будуть кошти, і життя ваше поліпшитись. 2 роки минули, і сьогодні ми можемо спостерігатися, що багато громад хочуть об'єднатися, хочуть децентралізації, і навіть вони готові сваритися з адміністрацією, з обласною, з точки зору, що, на їхню думку, адміністрація гальмує цей момент. Mm-hmm. Так? Тому я думаю, що все-таки громада поступово розуміє, наскільки це корисно самі вирішувати своє життя, своє майбутнє. А чому це потрібно полякам, щоб ми прийняли їхній досвід? Ми самий близький їх сусід з Востока. Угу. Польща 3 рази пережила, як це говорять, розбори, да, зі сторони Росії. Поэтому для них очень важно, чтобы граница была не у них, а немножко дальше. И чем больше Украина будет двигаться в сторону демократии, и люди в Украине будут лучше жить, будут законы существовать и работать, которые будут обеспечивать то, что в Украине будет безопасно жить. Для них это огромный плюс. Они будут чувствовать себя защищенными. Это как бы чисто эгоистическое такое как бы желание. Ну, ты же хочешь, например, чтобы у тебя за стенкой жил сосед, который не пьет, который там не устраивает разборки, не ставит на твои границы там какие-то атомные установы и так далее. То есть это все очень важно. За передачу свого досвіду поляки платять гроші? Да, есть фонды, которые работают специально для Украины. То есть у них программы по передаче своего опыта. Ну, это касается не только Украины. Это касается постсоветских республик. Но это также касается Африки. Это также касается многих других стран, которые развиваются, которым не хватает своего собственного опыта и финансирования для того, чтобы сделать такие шаги необходимые. Виктория, заканчивая нашу розмову, просто цікаво, от зі сторони поляків, якщо оцінювати цей пострадянський пояс, рівень розвитку України по відношенню до інших пострадянських держав. Як поляки його відчувають, на якому місці, можливо, ми стоїмо розвитку демократії, економіки, всього іншого? Як ти можеш прокоментувати це? Он огромний. Коли живеш внутрі країни, цього не бачиш. В зв'язку з тим, що я часто бываю по несколько месяцев за границей, то когда я возвращаюсь, я просто вижу изменения, которые происходят в Украине. А поляки, которые, допустим, приезжают раз в году или раз там, в несколько лет, то они подчеркивают, что Украина меняется. Это не происходит так быстро, как нам бы хотелось, но изменения происходят. И никто, кроме Грузии, тоже похвастаться, в общем, особо этим не может, насколько мы знаем. Поэтому поляки, как они говорят, тримаем кчуки, то держат за нас кулачки, чтобы у нас это получалось и получалось быстрее. В принципе, многие бы с удовольствием приехали к нам со своим бизнесом, как только будет более такое как бы понятное право для них. Ну, в общем, так. Потому что Украина – это огромная площадка для того, чтобы вести здесь бизнес и чтобы продавать свои товары или вести какие-то программы. Вікторія, будемо за Україну тримати кулачки, як ти сказала, і крім нас, ніяким ні полякам, ні іншим не вдасться вирішити наші проблеми. Абсолютно. На цьому ми закінчуємо нашу передачу. Я нагадую, що гостем нашої передачі була Чернігівка, відомий громадський діяч, спеціаліст україно-польських стосунків Вікторія Соленіцина. До побачення. До побачення. Дякую.